Хорошо. Так, как вас величать, простите? Зовут меня Игорь Александрович. Игорь Александрович? Да. Я зам генерального директора. Замечательно. Да. Прошу. Вы хотите, что у вас находится здесь агитация незаконная? Нету здесь агитации. Как-то нет. А вот что ее оформили, материал собирали. Слушай, я не владею. Мне просто... А почему вы слушай мне? Вот говорите. Слушай, дорогой. Освободи, пожалуйста, территорию. Она вы охраняемая. Знаете, я? Ну и что дальше? Я могу находиться... Не имеете вы права находиться. Не имеете вы права на объекте находиться. Вы знаете, кто я? Вам представиться? Не надо мне представиться. Хорошо, хорошо. Я прошу, убраться отсюда. Руки от меня уберите, сотрудники полиции. Я прошу отсюда уйти. Члены избирательной комиссии. Так, прошу уйти отсюда. Незаконно. Все, давайте, проходите. Проходите. Вы вообще знаете, кто я такой? Знаю, кто вы такой. Проходите. Вы знаете, кто я такой? Право лишать голоса это не дает. Вы еще... Кто я такой? Вы знаете? Вы не лишаете право пройти. Куда? Вы на объект имеете право. Запрещенное? Вы читайте внимательно. Все, проходим. Пройдем, пройдем. Какой объект? Что? Это объект охраняем. Это публичное место. Все, давайте. Никакого здесь публичного места нет. Гражданский кодекс вы читаете? Не имеете права сюда заходить. Вы незаконно прошли сюда. Незаконно? Да. Какой нарушение? У вас есть пропуск право? Куда? На территорию. Право? Вот мое право. Какое право? Поняли? Вот так, пройдите со мной. Я прошу. Я не буду с вами проходить. Пройдите со мной. Вы что делаете? Пройдите со мной, руки я сказал. Руки уберите. Я уходите, сохраняйте зону. Вы есть председатель. Какой избирательной комиссии. Все, быстро я покиньте. Покиньте эту зону. А что вы мне указываете? Вы что, начальник, что ли? Да, я начальник. Мне? Покиньте зону охраняемую, я прошу. Сейчас я дам команду, вас выведут отсюда. Если вы меня сейчас выведут? Да. Люди, которые меня выведут, хорошо, дальше. Ответственно. Хорошо, будете меня судить. Вот только выйдите, я готов буду представить там перед судом. Сейчас я в дежурную часть ГУВД позвоню. Все, давайте, вот ГУВД, сотрудники. Вот они. ГУВД? Молодой человек, выходите. Выходите, вам сказать, сейчас я не выйду. Сотрудники полиции после меня выйдите из здания с моего. Руки берите от меня. Выйдите с моего здания. Руки у меня отберите. Уйдете официально, нет? Нет. Сейчас я приглашу ребят, у меня сантехники есть, пусть которые сантехники, вас выведут. Да, вас сантехники выведут. Будут отвечать. Вас выведут. Ага. Вы хотите-то этого силой? Ага. Ну что, вот ты культурный человек или нет? Почему мне тыкаете? Я говорю, культурный человек. А почему ты мне тыкаешь? Какой имел право вообще сюда проникнуть на мой объект? Так, выходи, пожалуйста, или сейчас день. Я тебя вынесу. Значит, да-да-да. Заявление примите, пожалуйста. Да, алло, вам удобно говорить? Я еще раз говорю, покиньте помещение. Примите, покиньте помещение, вы проникли незаконно сюда. Броните по. Совершается нападение. Я сказал, выйдите, сохраняйте территорию. Что не ясно вам? Выйдите, сохраняйте территорию. Уйдите. Голос убавьте. Уйдите, сохраняйте территорию. Руки мне берите. Так, товарищи, выводите. Ну, выводите меня. Давайте. Но я вас предупредил. Выводите. Выводите, пусть предупреждает, ничего страшного. Выводите. Здесь находится агитация. Охраняемая зона. Здесь находится агитация. Незаконно. Охраняемая зона. Здесь выйдите оттуда. Агитация. Кто человек? Что? Вы вообще в курсе? Да сейчас это, арестуйте его сейчас. Арестуйте. Пусть там объясняется. Давайте. Я сказал, выйди вы отсюда с территории. Арестуйте меня. Алло. Арестуйте. Представлю. Арестуйте, арестуйте. Да я воюю. Так, что фотографируешь? Сейчас я изыму у тебя этот фото. Я не боюсь ничего. Боитесь? По жизни, блядь. Вы преступление совершаете. Сергей Николаевич, здесь я вывожу одного человека, никак не выведу. Воюют. Да ничего, здесь просто так, нелегальное проникновение. Нелегальное? Да, нелегальное. Я решу сейчас, Сергей Николаевич, дозвониться. Так, давайте это. Выходим. Мало выходите. Фотоаппарат изъять. Есть председатель избирательной комиссии. Понятно. Изымайте. Пусть там, да, изымайте. Вы что, сотрудником полиции командуете? Я говорю, да, сюда фотоаппарат. Что делаете? Здесь разбой творится. Какой разбой? На меня нападает сотрудник. Какой имеет право? Дай сюда. Руки уберите. Какой дай незаконный? Фотоаппарат. Что понимаете? Руки выходите. Уберите. Дай сюда. Руки. Вы что делаете? Выходите, на меня нападает, помогите!